Кавалер, подари. Кавалер який? Один із 24. Чотирьох. Чотирьох, да. Кавалер, 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 кавалер. Всем привет, мои хорошие, мои любимые! Вы попали на канал Бурмаки Владислава. И сегодня со мной на моем видео, в моих гостях, на моем канале Устимчук Анастасия. А у меня дома Устимчук Анастасия. Да, у нее дома, но зато у меня в гостях на канале. Да. Вот, и сегодня мы записываем реакцию на что? На две песни национального отбора на Евровидение 2020. Первая, это два я буду шукать в Ютубе, сразу искать и буду тебе... в Ютубе искать, буду... шукать. Да, я какая там я разница. Я так ноги замерзла, что она ни хрена не греет. Та зараз не гриє. Не гриє. Не гриє воно. Ноги, о. І руки щось змерзли, щось холодно, справді. Who we are, хто ми є? Who we are? Who we are. How could we fail to make this downplay better? How could we not to quit this foul day? Как тебе начало песни? Честно? Ну, честно, честно, честно. У нас тут только честный канал. Чё, только честный канал. Чего, говно? Мне нравится. Я реально, мне даже понравилась эта песня. Я не считаю, что она прям, ну, может поехать от Украины. Вот, ну это явно не финал, не полуфинал, просто для участия может быть. Не, ну тоже хорошо для участия. Не, ну конечно. Посмотри. Самое главное не выигрыш, а участие. Она уже, можно сказать, не, победила. Не, ну молодец, не, ну молодец, потому из что... Из 600-700 выбрали 16, и она в 16. Ну да. Это уже достижение. Ну, в принципе, достижение. Не самое худшее, что могло бы быть. Что? Мне нравится, не знаю, что тебе не нравится. Может просто то, что не мой формат. Я таки не це люблю. Це тобі не я таки не шо? Люблю. Ну типа, что сказать? Вокал есть, голос есть. Песня. Чисто поет, чисто поет. Что еще? Песня есть, красивая, красивая, но не мое, она не впечатляет. То есть ты считаешь, что на финал? Нет. Конечно нет, ты шо? А я? Ну я надеюсь, что это будет финал. Нет. То есть, может я тоже думаю. Если это будет финал, я ему куплю ящик Рево. Рево? Хотела сказать пиво, потом ящик Рево ему поставлю. А если не выйдет, ты мне ящик Рево. Не надо таке, не надо. Потом будет видеоотчет. Да, не будет никакого видеоотчета. Я считаю, мне не нравится. Да? Ну и 84 подписчика. Но все равно участие... Я же говорю, что... Ну так не можно, у меня тоже, а у меня 100 чимось. Чи тоже 80? Ай, бляха. Короче, Настя, делись своими впечатлениями. Я делюсь, и мне не нравится. Ну, может, вы мне там зараз за це саме облете всім, чим можна. В тих коментарях, але насправді мені не подобається, не знаю чого, просто не моє. Сказати, що це нічого, я такого сказати не можу, бо це дійсно, ну, як не крутий якийсь уровень, мабуть, для неї. Ні, це уровень, звісно, все хороша пісня. Не для мене, мені не подобається. Прям ве, не треба тобі вже давай, ну ні, ну не прям ве, ну просто, ну... В рекламі і то музика гарніша грає. Так, і следующий у нас... Feeling So Lost от Джіо. Я взагалі спочатку думав, що... Це Гло? Я теж думав, що це Гло, але це Джіо. І я... Це тільки на третє відео чи на четверте, я зрозумів. А, Джіо. Джіо, що у нас Feeling So Lost? Це прям самий... Це дуже ніжно. Ну, що, твій формат чи не твій, навіть якщо... Рот закрий! Ну... Хліба, воно грузин. Ну, видно. Ну, видно, так. Ну, всі видно. Слов не знаю. Просто співай постійно feeling so lost. Прям всегда. I am feeling so lost. I'm feeling so lost. Ну,
Что сказать? Ну ты выключила. Мне не нравится. Ну что сказать, ну... Не знаю. Ты, то есть, ты топишь за фошо? Ну, потому что, потому что. Потому что. Не, я считаю, что... Ну что они хотят, чтобы все там сели и заплакали? Ну нужно же... Я не люблю просто эти сопли. Это надо... Ты что, притула, чи что? Ты ж не притула. Притулі все не нравится вечно. Я не люблю це. Все воно мені не нравиться, не подобається, не хочу, не буду, не знаю, нічого не знаю, нічого не знаю. Фошо виграє, фошо їде, фошо розорвуть, фошо молодці. А це... Ні, ну не кажи, що це вже прямо... Ні, ну таке, так. Ну неплохо. Давай так, давай скажемо, неплохо. Так, це правильно. Неплохо. Неплохо. Ну такі. Ну, не сильно неплохо, але... То есть ты считаешь, что если ты поедешь с какой-то песней, ты победишь? Да, я у меня голос! Ото голос! 8 років в музичній школі нічого не значить. То я ж не співала. А ти не співала, а що ти робила? Дебілка, я на фортепіано грала і на танці ходила. А там співають в тій школі? Ні, я ходила на хор, але мені не можна, у мене голос, з голосом проблема. Ні, я не можу до... Коли я співаю, я голос завжди втрачаю, коли співаю, мені не можна. Замічаєш, в мене хриплий такий голос, такий, так. Я його зриваю. Як прокурений, знаєш, як дуже, як бидло. Це власт. Ага, але заїло в голові. Як не крути. Кстати, синкебаб. Синкебаб. Та що, синкебаб, подумай про це. Синк – думать. Або вещ, thing. Да. About, про. Так, я не знаю. Все ясно, начнем с этого. Короче, куколки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм Насти, приват, страница у нее есть, приват, там где она делает приват, но в рамках разумного, там классные фоточки, что ты дала? Короче, она на фоне, я здесь самая главная звезда. Подписывайтесь вот на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, понравились ли вам участники, которых мы смотрели, слушали в этом видео. Мне понравились, но не на 100%. А мне интересно, как вам. Так что жду вас в комментариях. Спасибо за просмотр. Чучка, ты жива? Хорошо. I'm feeling so lost. I'm feeling so lost. I'm feeling so lost. I'm feeling so lost. Не так, а вот такой переверни, как на YouTube ты снимаешь. Я так вставлю вертикально. I'm feeling so lost. I'm feeling so lost. Это прям кавер. I'm feeling so lost. И тебя палочка наша фирменная. I'm feeling so lost. Где оно? I'm feeling so lost. Переверни телефон правильно. Чи це вже правильно? Це правильно. I'm feeling so lost. Куди я дивлюсь? Мені сюди надо дивитися. Feeling so lost. I'm feeling so lost. Feeling so lost. So lost. I'm feeling... Це ор. I'm feeling so lost. Все, погнали знімати кліп. Позу було видно. Ні, позу не видно. Ти мене ще знімаєш? Mm-mm. Ти знімай ще раз. Що зняти? Ставиш ще оцей кусочок. Mm-mm. А телефон на переверну, я буду знову.